Эндри сказал, мама была воином. Она тоже воевала? Вроде того. Враги уничтожили ее семью, и выжила только она. Да, она шла по пути воина, но ее целью было выживание в суровом мире, пусть и в одиночку. И поэтому она попросила Синдри и Брока сделать топор? У нее была сила владеть таким оружием и мудрость применять его только во благо. Она обрела цель защищать слабых. Значит, она помогла бы эльфам? Нет. Забери! Отец, берегись!
Отец, это интересно. Thank you.
невероятно. Возможно, это что-то ценное. Что это? Так... Так...
Отец, а кто-нибудь еще слышал голоса? Я знал отчаявшихся людей, которые, когда на нашем корабле закончились припасы, стали пить морскую воду. Они клялись, что сирены, злые существа, которые пели им, на самом деле их жены и дочери, и что они зовут их домой. Они рискнули нашей жизнью, направив корабль на рифы. И как вы им помогли? Мы бросили их за борт. Ой, ну, хорошо, что я не пил морскую воду, да? Это так. Атрей, ко мне! Я иду, иду! Субтитры сделал DimaTorzok.
крепко заперто. Синяя дверь. Наверное, это вход. Идем. Осторожней. Что они делают? Мост исчез. Они накрыли этим кристалл. Зачем? Чтобы не пустить подкрепление. Береги, темный эльф! Можно починить там. Thank you.
Вроде что-то получилось, кажется. Потому что мы чужаки. Если сложить вот так, похоже на руну. Бессмыслица. Идем обратно к лодке. Что это? Отец, столбы и кольцо складываются в руну эльфов. Что там сказано? Без меня или во мне только смерть ты найдешь. Но со мной внутри жизни свет обретешь. В общем, это вода. Мальчик! Это снова голоса, но уже другие. Это были не злые. Они просили им помочь. Мы пришли за светом. Мне плевать, кто они и чего хотят. Да тебе на все плевать. Хочешь что-то сказать? Нет. Пошли! Отец? Да? Те голоса. Их было сложно разобрать, но я уверен, что слышал голос мамы. Это невозможно. Но я слышал. Атрей, хватит. Этот другой. Какие рога! Назад, быстро. Лети за ними! Отец, возьми!
Не подходи к клеткам. Но почему их заперли? Готовься. Что? Отец, посмотри на это!
За мной, Атрей! Прости, я отвлекся. Ого, хитро, очень хитро. Этот коридор приведет нас к храму? Посмотрим. Я маму ни с кем не спутаю. Это была она. Ее больше нет, мальчик. И хватит об этом. Ладно.
Держись, мальчик! Сражайся! Уже не поможет. Ты думаешь, ведьма жива? Плохо, если она погибла из-за нас. Она знала, на что идет. Ну да,